Всем доброго времени суток! Сегодня я расскажу вам о новом прекрасном герое Earth Spirit, или же Каолин. Это герой инициации, а также он умеет наводить ужас и панику в битве. Давайте же я расскажу вам о его умениях. Его пассивная врожденная способность Stone Remnant. Каолин достает из земных глубин камень и прицельно бросает его, куда вам нужно. Создание камня требует каменный заряд, который восстанавливается со скоростью 1 камень раз в 25 секунд. Максимально может быть создано 6 камней, каждый из которых стоит до 2 минут и не дает обзора. Первая его способность – Boulder Smash. Каолин толкает союзника, врага или камень с огромной силой, отбрасывая их далеко от себя и нанося урон врагам, на которых упал запущенный юнит. Камни летят дальше, при попадании запрещают произносить заклинания. Если вы запускаете камень, то радиус толчка составит аж 2400 единиц. Вторая его способность – Rolling Boulder. Каолин превращается в валун и крутится на месте, накапливая импульс. После 0,6 секунд он запускает сам себя на расстояние 800 единиц в ту сторону, в которую он смотрит, нанося урон юнитам, через которых он проходит. Прекращает катиться, если сталкивается с героем или если получает оглушение, а также он может врезаться в дерево и тоже остановиться. Катясь сквозь поставленный им камень, Каолин увеличивает дальность своего перемещения, скорость, урон и замедляет героя, с которым он в будущем столкнется. Третья его способность – Geomagnetic Grip. Каолин запускает магнитный заряд, проходящий через союзника или камень, притягивая их к себе. Враги, через которых прошел притягиваемый юнит или камень, получают урон, а также оглушение. Длительность оглушения составит 2,5 секунды на максимальном уровне прокачки. Если вы используете камень, то нанесете также 150 единиц урона. Помните об этом. Ultimate Magnetize. Юниты, попавшие под действие этого заклинания в небольшой области, в течение короткого времени получают урон. Герои, находящиеся под действием этого эффекта, находясь рядом с камнями, заряжают их и накладывают снова магнетайз на всех юнитов вокруг камня. Этот процесс может повторяться множество раз. Все герои под воздействием магнетайз получают замедление и безмолвие от усиленных камнем Boulder Smash и Rolling Boulder. Если один из героев под воздействием магнетайз обезмолвен или замедлен. Герой сильно зависит от грамотного применения камней, а также его умений. Каолин доступен уже в пиках, поспешите покорять просторы доты.